вступили в силу поправки в Уголовный кодекс России, а также в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность водителя за опасные нарушения правил дорожного движения. Теперь у судов появилась возможность назначать уголовное наказание не только в виде штрафа или срока, но еще и конфискации автомобиля. Федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся уголовной ответственности за управление транспортными средствами. Часть 1 статьи 104 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена пунктом Д, согласно которой в случае вынесения обвинительного приговора в отношении лица, совершившего управление транспортным средством в состоянии опьянения, привлеченным ранее к административной ответственности или имеющим судимость, принадлежащее ему использованное им транспортное средство при совершении преступления, будет конфисковано доход государства.